А вот и четвертый Nord у меня на обзоре, самый свежачок. Вообще, мое знакомство с Nord от OnePlus началось со второй модели. Nord 2 вышел летом 2021 года, и он был хорош. Стоил около 400 баксов, обладал не очень лопатистым корпусом, имел весьма производительный проц, а главная камера базировалась на сенсоре IMX766 с оптическим стабом, который даже сейчас актуален, а тогда он был вообще топчик. Потом вышел Nord 2T, который просто дублировал Nord 2, поэтому о нем можно и не вспоминать даже. Прошлым летом выпустили третий Nord, и он оставил неоднозначное впечатление. Во-первых, он пошел в продажу в тот момент, когда курс рубля был не самый лучший, и это лишило его хорошего старта среди нашей аудитории. Он был просто дороговат в рублях. А во-вторых, там было к чему придираться. Помню, меня не порадовало отсутствие стабилизации при съемке в 4К. Я не знаю, добавили потом стабилизацию или нет. Если есть владельцы третьего Nord, напишите в комментариях, самому интересно. Но как ни крути, тройка не смогла превзойти двойку по популярности. Ну, это факт. И вот у меня в руке четвертый Nord, и давайте посмотрим, что на этот раз. Я вам уже показывал распаковку в формате шортс на YouTube, но чтобы обзор был цельный, давайте все-таки напомню, что OnePlus последние пару лет, к сожалению, урезают комплектацию для своих европейских глобалок. А мы имеем дело именно с таким аппаратом, и в итоге получаем компактную коробочку, в которой кроме смарта есть только кабель, металлическая открывашка для сим-лотка и разные неинтересные бумажки. И в итоге европейский OnePlus 4 получает от меня заслуженную двойку за такую комплектацию. Скажу вам без подвоха, жадность это плохо. Но смартфон сразу бросил исправлять положение, я вам зуб даю. Во время распаковки я вообще не знал, какой у него корпус. Думал, очередной стеклянный смарт. Но на самом деле OnePlus решили вернуть нам цельнометаллический корпус. И на этом моменте нужно вставить старый мемасик в тему. Наконец-то дождались. Ну, корпус как цельнометаллический? Да, здесь есть стеклянная вставочка в районе камер, сейчас нереально сделать сплошной металл в смартфоне, слишком много беспроводных модулей внутри. А также есть выводы под антенны на всех четырех торцах и снизу вот еще подковообразная вставочка присутствует. В общем, они заморочились и смогли сделать именно цельный корпус из алюминия. Посмотрите, торцы перетекают в задник, между ними нет никаких швов. То есть это единый панцирь из металла, причем этот переход с боковых граней на тыльную панель вы выполнен просто идеально, с легким таким скруглением, благодаря чему четвертый Nord в руке лежит обалденно. Он вроде как и плиточка, но нет никаких острых граней. Тактильно один из самых приятных аппаратов за последнее время, так что за эргономику ставлю ему пятерку по пятибалльной, хвалю и облизываю со всех сторон. Да и вообще, когда я его распаковал и начал крутить в руках, ощутил повсюду металл, и я как будто вернулся в прошлое. Да я чуть не помолодел. При этом я не собираюсь сейчас превозносить вот это возвращение к металлу. Если откровенно, у меня нет никакого трепета перед металлическими корпусами. Тем более мы же понимаем, что в чехле все одинаковые. Но приятен сам факт того, что OnePlus это сделали. Это уже какая-то фишечка, которая отличает смартфон от остальных. А в наше время одинаковых клонов я ценю даже малейшую индивидуальность. Кстати, о клонах. Четвертый Nord по внутреннему наполнению во многом похож на Realme GT6T, о котором я вам недавно рассказывал. И поначалу я думал, что они являются близнецами, просто в разной обертке. Но это не совсем так. В процессе ознакомления с Nord'ом я сталкивался с отличиями, о которых буду упоминать, а пока продолжим встречать смартфон по одежке. Сам дизайн, ну, наверное, можно назвать спорным. Стеклянная вставочка, оформление камер может не всем понравиться визуально. В этом черном варианте металл имеет такую имитацию грубой шлифовки. Классно. Есть еще вот такой зелененький и весьма интересный серебристый цвет, и вот в нем задник выполнен с рифлением. И по сравнению с GT6T это, конечно, разные уровни по ощущениям. Ну, металл против пластика, о чем тут говорить. Тут Realme идет наперекур. Священный элемент любого паласа – это ползунок переключения звуковых режимов. Он на левом торце. Вроде и мелочь, но многим нравится. Мелочь, а приятно. А если приятно, то это уже не мелочь. Кнопки питания и громкости находятся справа. Сверху – выход под второй динамик, инфракрасный порт и микрофон. На нижней грани расположены основной динамик, USB-C и два винта возле него, микрофон и лоток на две сим-карты. USB версии 2.0. Да, производители упорно не хотят оснащать свои смартфоны-середники быстрыми USB-шками, это общая тенденция. Еще одна тенденция в мире середников – это неполноценная пылевлагозащита. Хотя бывают и исключения. Например, Galaxy A55 с IP67, Redmi Note 13 Pro Plus 5G с IP68, но четвертый Nord таким исключением не стал и предлагает защиту от брызг и от дождика по стандарту IP65. И это уже не первый OnePlus, в котором реализована возможность управления смартфоном при мокром экране. Это работает, проверено.
Дисплей AMOLED на 6,74 дюйма, 120 Гц, разрешение чуть выше, чем стандартный Full HD+, и достаточная плотность пикселей. Ну и давайте проведем параллели с экраном Realme GT6T, у которого стекло со скруглениями, а у Nord плоская панель, что многим по душе. Защитная пленочка есть из коробки, матрицы в этих смартфонах разные. Я же говорю, они хоть и родственники, но не близнецы. У них и диагонали немного отличаются. У Nord нет технологии LTPO, которая дает более широкий диапазон герцовки. Тут Realme более прогрессивен. И в 6T экран ближе к теплому по цветопередаче, а у Nord он более холодный. Также отмечу, что у OnePlus ниже коэффициент пульсации. Здесь уже он впереди. Вот вам замеры на разных яркостях, и как видите, у Nord шим совсем небольшой. Он только на низких яркостях переваливает за 10%. Отличные показатели, то есть в плане мерцаний это хороший дисплей. Но заметил интересный момент. Смотрите, когда сенсор активен, коэффициент 1, но когда сенсор бездействует, коэффициент пульсации поднимается. То есть димминг здесь как бы динамический, и его работа зависит от того, как пользователь взаимодействует с экраном. Необычная реализация. В режиме автояркости экран может выдавать 1300 люкс. Ну, на рекорд, конечно, не тянет, но и дефицита яркости тут нет. В условиях лета, в разгар солнечного дня, дискомфорта я не испытывал. Есть тонкая настройка герцовки, ты можешь поставить 60, 90 или 120 Гц для разных приложений в отдельности. И это работает и в интерфейсе, и в браузерах, и в мессенджерах. В общем, везде, кроме игр. Кстати, давайте железки обсудим, а там и до игр недалеко. Процессор Snapdragon 7 Plus Gen 3, мы с вами уже разбирали его в обзоре GT6T, весьма производительный, бодрый проц, который по своей сути является урезанным по частотам Snapdragon 8S Gen 3. Это чипсеты из одного теста и с одинаковой компоновкой ядер. Память самая быстрая, 12 гигабайт оперативы, это минимум, и в отличие от Realme GT6T, 4 Nord в глобальном виде предлагает накопитель не только на 256, но и на 512 гигабайт и 16 гигов оперативы. То есть по памяти тут есть где разгуляться. Поиграем в бенч. Это Throttling Test CPU, Proz 1, смартфоны разные. И как видите, графики тоже отличаются. Realme постоянно сбрасывает и потом восстанавливает производительность. OnePlus избрал другую тактику, он просто подсбросил производительность до определенного значения и так ее и удерживал. Температурные лимиты у них похожие. На корпусе со стороны чипсета я получил около 46 градусов. Тест GPU перед вами, здесь тоже был Throttling. Снижение производительности и попытки ее восстановить также наблюдались. Нагрев составлял 46-47 градусов и примерно также нагревался Realme в этом же тесте. На этом смартфоне можно играть в любые Android игрульки, причем не особо ограничивая себя по графике, но у BBK всегда есть нюансы в плане FPS, алгоритмы. В качестве натурального игрового бенчмарка я использовал, как обычно, Genshin Impact, и если в начале игра выдает 55-60 кадров, то через минут 5-10 после прогрева включаются алгоритмы и FPS падает. В итоге на максимальной графике в Genshin можно играть с FPS примерно 40-45 кадров. Поднять потолок по FPS можно, активировав производительный режим через игровую панель, показываю наглядно, и как видите, частота кадров и правда увеличилась. Да, потом FPS все равно будет падать до 40, но уже без жесткого лимита, то есть может быть не только 40-45, но и 50 проскакивает. Но и нагрев соответственно повышается, хотя более 46 градусов на корпусе он не грелся в Genshin, потому что есть температурный потолок. И похвалю 4 Nord за то, что это один из немногих смартфонов, который спустя 40 минут непрерывной игры в Гену не сбросил яркость. Она в ручном режиме как была более 550 люкс в начале игры, так и осталось на этом значении, а в игровой утилите есть кнопочка блокировки яркости. Повышенная герцовка работает не во всех играх, например, War Thunder идет в 60, Stand Off 2 аналогично не выдает более стандартных 60, но есть выборочные игры, которые поддерживают 120, например, старая классика Subway Surf или вот PUBG Mobile, но опять же, после прогрева в PUBG частота все равно сбросилась на 60, алгоритмы в деле. Само собой, в стандартных задачах смартфон шустрый, уровень производительности тут предостаточный. Android 14 и фирменная оболочка Oxygen 14.1. И она уже давно превратилась в Remix Color OS. Здесь тоже появляются все эти модные интеллектуальные приколюхи, ну типа поиска по картинке, выделение выбранного объекта на картинке или на фотографии с последующим сохранением, ну и все в этом духе. 6 лет обновлений нам обещает OnePlus, и из них 4 года полноценных обновлений Android. И если так и будет, то смартфон доживет до 18 ведра, нехило. И еще 2 дополнительных года обещают поддержку в плане безопасности. Спасибо за поддержку.
Основная камера получила сенсор LYT-600. Это то же самое, что AMX-882. Оптический стаб есть и традиционный для всех бюджетников середняков от BBK ширик на базе 355-го датчика. Он у меня уже ассоциируется с процессором Helio G99, в том плане, что ни тот, ни другой не закончится у китайцев, наверное, никогда. В общем, мы получаем, грубо говоря, точно такую же камеру, как в Realme GT6T, то есть достаточную для повседневных фотографий. Ну вот вам примеры типичных жизненных сценариев съемки. Поехал на море, решил сфоткать племяху, вот вам результат. И результат, я считаю, хороший. Опять море, сфоткал краба вблизи. Нормальный краб? Да я считаю, отличный. Захотел заснять панорамку города? Да пожалуйста, HDR отработал, алгоритмы немного покрасили небо, листву, но в меру, да и кто сейчас не красит. А эта фотка с того же самого места, но снята на ширик. И если не приближать, окей, но на кропах, конечно, видно, что ширик здесь простой, как и в других бюджетниках и середняках от BBK. У них ширики одинаковые, как правило. Ну или, допустим, делаешь ты ремонт, фоткаешь стройматериалы в магазине и получаешь вот такие снимки. Да, ничего особенного, но пойдет. Обычные нормальные фоточки. Ночной скутер, не знаю, зачем его фоткать, но просто пример при освещении похуже. А это уже ночной режим, и тут мы возвращаем в кадр Realme GT6T. Ну и само собой мы получаем плюс-минус аналогичные результаты. Чуть-чуть фотки отличаются по обработке, но уровень один и тот же, середняковый, достаточный. Так, ну вот что-то типа смотровой площадочки. Давайте здесь вам и покажу видеосъемку. Рядом, кстати, дорога, поэтому есть шумы. Так вот, снимать здесь видео можно, грубо говоря, как на Realme GT6T. Примерно все то же самое. 4К 30 есть, 4К 60 есть. Везде работает стабилизация. Могу вот даже попрыгать для вас. Как видите, картинка не дергается. Вот. Но переключаться между камерами на лету нельзя, даже в режиме Full HD. Хотя на ширик видео снимать можно, если отдельно его активировать. По зуму что у нас? Давайте посмотрим. Это 1x, это 2x. Идем максимально. Максимально у нас, вот он, 10-кратный зум. Вот такое вот пиксельное качество. Ну, цифровой зум, что от него хотеть. 2x, кстати, вот так вот выглядит более-менее. И единичка. Вот, переключился на широкоугольную камеру. Вот вам примерчик. Здесь тоже стабилизация работает, но качество видео, конечно, падает. Проверка автофокуса. Нормально. Спасибо, краб. Попозировал. Беги домой. Ну и вот вам еще демонстрация работы автофокуса на цветочках. Все нормально работает, фокусируется достаточно быстро, что и неудивительно. Объекты контрастные и света тут завались. Соответственно, и проблем никаких нет. И вот вам еще немного дневной съемки. Прогуляемся по побережью, покрутим камерой по сторонам. Это я снимал в 4К 60 кадров, хотя сам обзор я монтирую в 30 кадрах. Ну просто потому, что весь остальной контент у меня снят именно в 30 FPS. Ночью, само собой, качество падает, законы съемки никто не отменял. Хочешь лучше, давай больше света. И перед вами пример в 4К 30 и в 60 кадров. И в очередной раз напоминаю, в 60 картинка темнее, но плавнее и меньше дрожь источников света. При 30 светлее, но дерготни больше. А вообще практически у всех середняков сейчас один уровень съемки, и этого уровня хватает для повседневных мобильных фоток и видосиков. А кому нужно больше, ну тут уже нужно расширять диапазон по фокусным расстояниям и смотреть в сторону смартфонов с хорошими телевиками, которые могут дать больше возможностей. Это уже примеры селфи-фоточек. Ну, вроде более-менее, но все-таки за фронталку я не могу похвалить 4-й Nord, потому что у того же Realme GT6T она получше, там 32 мегапикселя, а здесь 16. То есть сенсоры разные, вот вам еще одно аппаратное отличие между ними, и видео на лицевую тоже отнесу к минусам, объясняю почему. По видеосъемке на лицевую камеру Nord 4 уступает Realme GT6T, потому что здесь нельзя снимать 4К, только Full HD 30 кадров в секунду, да, со стабилизацией. Но Realme умеет снимать 4К 30, а здесь такой возможности нет. Сканер отпечатка в нижней части дисплея работает он нормально, и в качестве дополнительного метода разблокировки, конечно, можно использовать распознавание лица. Wi-Fi, Bluetooth, поддерживаемые аудиокодеки, GPS и GLONASS, и вы это видите на экране. NFC, конечно, тоже на месте.
Я специально проверял через MirPay, бесконтактная оплата проходит без проблем. То есть металлический корпус не мешает, антенны реализованы эффективно. В европейском варианте, как обычно, гугловская звонилка, и в ней не предусмотрена запись разговоров с линией. Датчик приближения у BBK всегда беспроблемный, оптический, поэтому в обзорах я его даже не упоминаю. Виброотклик хороший, моторчик приятный, это уже привычно для OnePlus. Сила вибрации настраивается. Звук стерео полторашка, просто норм. Звучит смартфон, как и большинство среднеценовых аппаратов. Батарея на 5500 мАч как бы намекает, что с автономностью тут все окей, и это действительно так. Теста YouTube нон-стоп не будет, сами понимаете по какой причине. За час игры в Genshin у меня ушло 32%, но не забываем, я играл в производительном режиме и с яркостью свыше 500 люкс, которая не сбрасывалась, так что все закономерно. Но в целом, по ощущениям, без всяких этих тестов, он спокойно выдает день-полтора без розетки, и за автономность можно быть спокойным, она нормальная. Четвертый Nord поддерживает 100-ваттную зарядку, но так как жлобская комплектация не предусматривает зарядку, я взял зарядку от Realme GT6T на 120 Вт. Напомню, OnePlus и Realme прямые родственники, и у них общая мамка Oppo. И они поддерживают материнскую технологию SuperVOOC для быстрой зарядки. В четвертом Норде нам обещают 28 минут, и это чистая правда. Именно 28 я и получил с нуля до сотки. Остальные временные промежутки перед вами. Возвращение металла – ход, конечно, интересный. Нестандартный в рамках текущего рынка, за это плюс, без вариантов. А вот комплектация, ну, тут однозначно минус. Но если смотреть на его наполнение, на его возможности, то получился, ну, типичный такой ровный середнячок текущего года. У него вроде и нет откровенно слабых мест. Экран в порядке, автономность тоже, железки на уровне, а камера типичная для середняка 2024 года. Баланс есть, но каких-то суперфишек тут не просматривается. И в итоге его перспективы на рынке решит какой фактор? Какой? Абсолютно верно. Конечно же, ценовой. Цены все решат. У меня, можно сказать, ранний обзор. Спасибо китайцам с AliExpress за предоставленный экземпляр до начала продаж. И на старте 19 августа обещают цену в районе $380 с учетом скидок. Все это дело мы с вами оперативно отслеживаем в моем телеграм-канале и в группе ВК. Там все актуальные скидосы публикуются своевременно. Кто хочет, тот вместе со мной мониторит и покупает по низу рынка. Когда вы смотрите это видео, цена в рублях уже наверняка вам известна. Да, рубль в августе не очень бодрый, но рубли — это наша история. Если смотреть в баксах, то особо ничего не изменилось. Второй Nord когда-то стартовал 400 зеленых, и четвертый дороже не стал. Я считаю, ценник на четвертый Nord должен держаться на уровне цены Realme GT6T. Просто если он будет дороже, чем 6T, то какой тогда смысл? Да, металлический корпус, да, есть фирменный ползунок, да, многим нравится плоский дисплей, но у Realme комплект полноценный, есть LTPO экран и фронталка поинтереснее. Ну а все эти разговоры о магии Oxygen OS давно в прошлом, и Realme UI, и Oxygen на данный момент — это одна и та же оболочка. Короче, если будут регулярные скидки на него, ну тогда получится очередной хороший, приятный середняк, а если нет, ну тогда и хрен бы с ним. Например, они долго и упорно держали завышенную цену на OnePlus 12R, и что в итоге? А в итоге хита не получилось. А как оно будет в случае с четвертым Nord'ом? Поживем, увидим, посмотрим на ценовую политику. Ваше мнение о нем почитаю в комментариях. С вами был Саныч и свежий OnePlus Nord 4. Пока-пока.